зовут Курилович Павел, и сейчас я принесу сначала достаточно простой и известный опыт. Если толкнуть шарик по направлению к последовательности идентичных стальных шаров, то последний шарик получит полностью его энергию импульса, а потом и вылетит с такой же скоростью. Вот, вы можете видеть. Но посмотрим, как изменится ситуация, если мы положим сильный магнит перед последовательностью и толкнем по направлению к ней шарик. Видим, что с другой стороны последовательности последний шарик в ней вылетает со скоростью в несколько раз превышающую скорость шарика, который мы подтолкнули. Это объясняется тем, что с одной стороны шарик испытывает больше силу притяжения, чем с другой, а потому разгоняется. Когда он ударяется о магнит, он обменивается энергией и импульсом, опять же, с последним шариком в ряду, и потому тот приобретает значительную скорость, и, будучи уже слабо притягиваем магнитом, вылетает, ну, в общем-то, и мы получаем такой эффект ускорения. Что касается закона сохранения энергии, то в начале кинетическая энергия меньше, чем потом. Добавка в энергии приходит из изменения энергии намагниченности и энергии магнитного поля.